Еще совсем юные, но такие пластичные и грациозные. В центре Ирины Винорусмановой завершились международные соревнования по художественной гимнастике «Новогорская зима-2019». Спортсменки из России, Казахстана, Кореи и Франции демонстрировали чудеса владения телом. Одно из самых заветных желаний конкурсанток – пообщаться с легендой российской художественной гимнастики Ириной Винорусмановой, которая воспитала не одно поколение чемпионок. Я вам всем желаю побед, я вам всем желаю быть очень внимательным, очень любить художественную гимнастику, очень любить музыку, очень-очень слушать своих тренеров, потому что тренеры вам как мама, они вас очень любят, они за вас болеют, они хотят, чтобы вы были самые-самые-самые лучшие. Победителей соревнований наградили ценными призами. Утешительные подарки получили и те, кто выступил менее удачно. По словам участниц, атмосфера была располагающей и домашней, благодаря гостеприимству и радушию принимающей стороны. Волнение всегда присутствует, но такого прям, что прям волновалась, не было. Потому что как бы такие соревнования, что как школьные. Перед всероссийскими соревнованиями я набралась опыта, поняла то, что не надо так волноваться и вот. Соревнования в Новогорске проходят при поддержке администрации города. На протяжении уже 2 лет являемся партнерами. И я хочу сказать, что наши лучшие гимнастки наших школ спортивных, они тоже имеют возможность в этом лучшем зале тренироваться и совершенствовать свое мастерство. Завершились соревнования гала-концертом с выступлениями сильнейших гимнасток России и мира.